Всем привет, Тигра. Здорово, пацаны. Короче, я шел, никого не трогал. И нашел, короче, непонятный вон тот домик. Он, ну, не скажу, чтобы сильно близко от нас, но и далеко. Вот тот, что ли? Вон тот, что ли. Идем посмотрим, что там такого интересного. И самое интересное, по-моему, он не приваченный. То есть мы под покровом ночи, пока никого нету, попытаемся его... Загриферить. Да, да, да. Здесь чувак такое сделал, типа... Нифига он тут... А, зацени. А, тигр, прости. Оп. Облом, да. Засыкотно, да? Короче, зацени, что здесь такое есть. Ох ты, что ты, что? Да, 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 да. Берем все, все, алмазочки, все дела, металл, железка, хавчик. Призмарина надо? Да бери! Ну, вот с него сюда. Ну, чтобы пацану не было так сильно обидно, короче, мы решили ему накидать земли. Реально, металл нам нужен, короче. Земли накидаем ему. Не знаю, что там фигня, удочки, мечи. Вот. Но чтобы ему вообще обидно не было, два вот так вот еще раскидаем. Адских кирпичей не надо ему? Не знаю. Да, ну нафиг, мы в ад с тобой, как, кстати, пойдем. Вот так, давай ему побольше напишем. Ну, чувак, ну что ты мне... Опа. Тут так-то чудак. Опа. Мочи его. Ух ты. Не понял. Собирай, собирай, валим отсюда. Похуй. Я знаю, кто это такой. Это бывший модератор. Опа, он опять появился. Он опять появился. Да блин, что это за хрень? Все, все, собирай быстро, быстро собирай. Опять появился. Все, все, и валим на хоум. Валим, 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 валим. Валим на хоум просто. Вот же ж, ё-моё, наш, там, короче, модератор что-то еще делает, я не понимаю только что. Или он кто там, или... Ну, короче, неважно. Короче, мы успели намутить. Короче, что-то... Ну, нафига натырили? Слышь, стоп, стоп, стоп. Теперь давай не раскидывай. Еда к еде. Вот еда к еде. Потому что, блин, у нас будет трешак. Давай алмазки где-то... Ну, давай... У тебя есть сундук, кстати? Ты сундучок по-быстрому сделать сможешь? Да. Давай. Да у нас такой сральник скоро начнется. А, дай мне сундук, я сейчас покажу, куда его поставлю. Хотя можем где-то внизу сделать, не знаю. Ну, тигр, давай, гони сундук. А, давай сюда, кидай на меня. На меня, на меня, на меня. А, выкидывай? Да. Так, сундук. Можем вот так сделать. Опа. А, блин, облом, нам потолок надо. Черт. Сейчас я сломаю его опять. Так, есть сундучок. Так, давай где-то чисто для алмазов спрячем. Где поставить можно. Короче, я сделаю здесь маленькую дырочку. И чисто алмаз, такая нычка. Вон, да, про него есть, да? А, подожди, алмазов у меня нету. А, чисто алмазы. Алмазы? Да, чисто алмазы. Алмазы и изумруды, давай так. Вот так, изумруды тоже дорогие. Да, я думал, там мне особой ценности не несут. Да нет, и что, изумруды вообще у нас такие дорогущие. Поставил. Так. А, допустим... А здесь будет, допустим, оружие. Чисто... Инструменты, оружие такое, да? Нет, чисто изумрудное... Ой, алмазное оружие. Не, алмазное оружие. А кирки давай другое место ложить. Или как-то так. Ты вип-меч. Вип-меч, да, натырили. Куда оружие? Здесь в первом сундуке. Ну, тогда нам надо здесь сундук еще. А, броню куда? Не знаю. Смотри, он, смотри, буянит, смотри, он, точнее, кто вас сюда впустил. Как вы посмотрели в этот РГ? Какой РГ? РГ нету. Там РГ нет. Тигра Лобман, как вы попали в этот РГ? Да там нет РГ, я шел, никого не трогал. Чувак, гонец. Короче, давай скинем. Все, что нам лишнее. Так, металл, о, металл. Давай металл на переплавочку.
Как вы туда попали? Шли, шли. Никого не трогали. Что он от нас хочет? Стрёмный чувак какая-то такая. Шли, шли и попали. Ну а чё? Так, давай, короче, потом сделаем претурбацию. Ладно, давай там скидываем весь трэш и идем. Ты говоришь, вроде нашел какой-то местяк прикольный. Или давай шахту найдем, сделаем свою шахту где-то в другом месте. Давай нормально. Только чувствую, то какая-то беда там с теми шахтами. Там просто выкопано в ноль все. В ноль, да, вообще все плохо. Так, я вообще. Я беру и уголь с собой беру. Да, 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 я тоже возьму уголька немножко, палочек немножко. Что там еще взять? А, мечик. Мечик надо нормальный. И хаванинку. Хаванинка святое. О, норм. Короче, смотри. А давай, короче, вон туда. А, ой, сейчас. Это зима меня немножко расстраивает. А у тебя, а может быть, сделаем какую-то хитрую такую штуку? И вон под тем островом будем копать шахту. А, ты кирпич взял? И, да, три штуки. Три штучки. Так, окей. Какие? Металл. Металл и всякий трэш типа дерева. Так, окей. Сейчас я возьму... У меня были где-то железные. А вот я возьму еще деревянных. Деревянные надо быстрее использовать просто. Короче, смотри, тигра. Вон туда. Там наша будет типа... как это назвать? Шахта. Смотри. Если прямо пойдем, вон там, видишь, такая типа фигня, вон там, короче, где-то там. Так. Вон туда. И там, типа, будем шахту нашу копать. И пойдем туда, в сторону Луны. О, кстати, если я спрыгну, я упаду. А ну-ка. А-а-а! Да. Тигра, я умер, короче. Не долетел. Я не долетел. А там, кстати, зомби какой-то. Это мой зомби. Ага. Это я типа стал зомби. Оба. Ну я тогда не прыгаю. Нет, ты не прыгай, ты спускайся нормально, только я такой лошара смог сделать. Слышь, иди убей того моего зомби, который вместо меня стал. Окей, а он не толстый? Не, еще худенький. О, нет, он толстый. Я же помню, что толстый тусил. Так, все, быстренько ползем. А! Все, я ползу. Давай, да забей на него. Да забей на него. Только вот меч, я не знаю. О чем там чуваки болтают целый день, я не понимаю. Что играют и какую-то фигню там общаются. Смотри, там этот Азазель что-то мутит. Крутит. Вообще дерзкий такой. Ты узнаешь? Че, злое что ли? Да. Обиделся на нас что ли? Да, наверное. Смотри, и вот здесь, короче, пошли вниз. Ну, давай, допустим, вот так. И пошли фигарить, короче, в нашу шахту. И пошли под воду, потом под воду, и идем в ту сторону. Разрываем. И будем, короче, нашу собственную шахту. Потому что то, что мы там делали, это, конечно, трешак такой. Ой. Эй, ну, знаешь что? Лопату, ну а как мы сейчас вдвоем? Давай я, может, рядом стану буду? Да не, сейчас я первый, ты потом в конце. А ты типа, смотрите, ставишь эти факела. Давай, вот факела нужны. Ни хрена не вижу. И полезные ресурсы, типа металла, железо. Давай, вот железо уже по бокам. Видишь, по бокам идет железо. Ой, что-то неудачно. Ну ладно. И делаешь так, чтобы можно было спускаться. То вот я здесь вижу куча угля. Я буду закрывать все вот эти, то, что я капываю. Зачем? Чтоб у нас было ровно это. Чувак, а может ты сделаешь мне нормального света? Свет! Тигра, о. Ох, ничего ты здесь, это ступеньки так-то не очень делаешь. Ну так, делай красиво. Ты до чего идешь сзади? Зато быстро. Опа. Так, нормально. Что там молодняк обсуждает? О, металл, железо. Короче, железо на тебе, давай. Молодняк, походу, куда-то поступает там и решили пообсуждать. Такой час. Пускай идут работать, бездельники. Что там? Так, тигра.
Сейчас. Свет! Как это в пятом элементе? Азиз, свет! Да, типа того. Чего? Надо еще спускаться. А я просто решил прямо немножечко рубануть. На 32-м уровне только. 32-м? А где алмаз? 10 по 25? 15 по нулевой, да. А, ну окей. А здесь да, свет. О, нормально. А ну быстро решай пример, зарабатывай нам деньги. 56 на 26. 56 на 26. Это легко. 14.56. А, не успел. А здесь свет. Или кто там рубанул кого-то. Все, на каком этом уровне уже? Уровень 19. Что, пойдем дальше? Ну, можно до низу самого докопать, потом... А смысл? Коридоры делать. Смысл? Я хочу нормально это найти. Какую-то такую шахту нормальную. То есть надо... Смотри, он бузит. Игорь, верните то, что там лежало. Нет. Напиши ему категорическое нет. Ничего не было, но. Правильно, так и напиши, ничего не было. О, уже 8-й уровень. 8-й уже? Ну вот ползем туда. Давай копай до нулевого. А нахрена? Где-то там будет 4-й, 3-й. А нахрена? Свет, а здесь свет. О, норм. И пойдем уже в сторону. Так смотри, вот сторона. Тыщ. Так тыщ. А что сторона? А, 7-й уровень. А вон уже, смотри, вон бедрок, видишь? Окей, как? Так, мне что, я тогда давай еще прямо чуть-чуть. Ладно, давай, иди. Я бокова. Опа, ой. Красавчик. Ой, психанул, сорян. Давай. Коридор через две. Вот ты идешь, короче, смотри. О, да, вижу пол. Нет, ты куда пошел? Коридор через две. А куда ты пошел? Вот, ты идешь, короче, прямо туда, а я через две стенки сюда прямо иду. А, ты по алмазам пошел, да? Ну да. Выработка алмаз. Ты давай вперед. Через две. Опа, я нашел что-то. Тигра. Что? Я нашел чьи-то штреки. Ага. А. По-моему, здесь до нас кто-то был. Понятно, да. Угу. Тут, блин, есть хоть где-то, блин, чтобы не было выкопано? Достали уже, а. Хапуги. Да стопудово. Они дают нормально пацанам покопать. Ну, он как-то глупо копал, если честно. Опа, тигр, иди сюда. Да, бегу. О, ага. Заброшенные шахты? Ага. А, или они их строят? Нет, заброшенные шахты. Вон внизу проход. Они не строят, вон там внизу проход, сейчас пускай. А вот сверху еще проход, так, тигра, иди сюда. В заброшенных шахтах они, кстати, не бегают. По-моему, у нас сегодня будет исследование заброшенных шахт. Тык. Алмазики, о, лава. Лава. Просьба по-вежливому вернуть. Просьба. Он что, такой нюб? Опа. Опа, на меня скелет напал. Умри, собака. Тигр, меня сейчас убьют. Тигр. Опа, меня убили. Не вздумай умереть, тигра. Не вздумай умереть. Тигр, ты здесь? Он ушел в сторону. Ты там? Да, я стою, он пока ко мне не идет. Давай. Так, а что сделать? ТПЕС. Потом я появлюсь, иди убей его. Блин, он кнул он команду. ТПЕС со слышом. ТП. ТПЕС. А, ну да, я на русском просто печатаю. Красавчик. Давай быстрее. Вон, норм. Где там? Я умер. Вот. Иди убей его. Ну, вот мои вещи лутить не обязательно было. Тут скелет, блин, с луком. А я про что сказал? Я думал, обычный скелет какой-то. Блин, да он достал. Сыкотно, да? Стой. Блин, он сейчас меня завалит, дело в том. Ну, тебя не жалко. Я максимум могу киркой его побить его. Слышь, а у тебя меч. А ну быстро отдал все мечи мои. Забил. Жадина какой-то.
А чё, а, ну на. Ну на, такой ущит, а чё, алмазный меч спер, а, ну на. Слышь, это Азазель дерзкий, кто это такой вообще? Редстоун, ой, Редстоун нахер не нужен. А чё он там пи? Он что-то требует. Типа мы, по-моему, его в схрон рубанули. Да ну нахер, да ну нахер, я валю отсюда. А, ладно. Ты как обычно меня швырнул, блин. Я швырнул? Нафига? Опа, а почему так... Так, а где все факела мои? О, тебе игра. А. Иди сюда. 4 на 15, это 60 тысяч. Пол 50 баксов. Ой, что это? Вот дай мне факела, а. Пойду посмотрю, что там. Вот ты побольше мне не мог дать? Пока так. Что я еще не сделал много. Так, а это? Среди... Давай, короче, меня по контролю я сделаю сейчас быстренько. Давай. Так, лазурит. Лазурит. Опа, слышу скелетов. Ой, скелетов, спайдеров. Так, по-моему, здесь должны быть где-то паучки в плане спавнера. Вот если мы захватим паучков-спавнеров, это может быть хорошо. Так, короче, иди сюда. Давай, вот здесь вот есть... прям ты по А, блин, ломится. Кто? Кто? Сейчас посмотрю. Только сейчас. Этернал Мадрау какой-то. Это полицейский, не трогай. Зачем он нам нужен? Кто ты? Куда? Шо? Опа, я хочу знать, кто сюда ТП тех двух. Блин, он что, дурак, что ли? Да какой-то стрёмный чувак. У тебя есть железная кирочка? Да, сейчас. Ой. Дай мне одну, пожалуйста. На. Давай. На, еще каменная есть. Каменную? Нахер каменную. Вот если не мой прыжок такой, веры, да, было бы норм. Слушай, он такой дерзкий, кто-то, это мы сами вообще-то. Ну ладно. А, чё, к полицейскому опасно что-то. Нет, это не полицейский, это ЗЗЛ какой-то чувак. Нет, так ко мне ломится постоянно полицейский. А, слушай, ну его нафиг. Лазарей нам нафиг не нужен или что? Нам полицейский здесь не нужен. Так он постоянно ломится к этому, запрос мне ТП. Кидаю. Напиши ему, что мы ничего не брали. Ведущий конкурсов. Да вообще стрёмно, вообще какой-то стрёмный, я не знаю. Ничего не было. О, теперь Этернал Мона хочет ко мне идти. Чё ему надо? Короче, здесь стрёмный местяк, валим отсюда. Так, что там еще можно? Лазурит точно нам ни к чему? Да не. Вот железку можно намутить, да. Зачем вам вообще нужен этот лазурит? А, для, по-моему, каких-то так магических приготовлений, скажем так. Ну мы точно в ближайшее время этим заниматься не будем. Понятно. Слушай, что он от меня хвой. Опа, куда рванул? Опа. Азазель умер и превратился в зомби. Ну что, норм? Это ему месть такая, чтобы нас не трогал. Слушай, я слышу паучков. Золото нашел. Крут, крут. Я не могу определить, где паучки. Я слышу, что они где-то есть, но определить их не могу. Блин. Эти иногда подземелья такие страшные. Да, и мне кажется, они всегда страшные. Не ссы, я с тобой рядом. Золото. Так, один на шухере. Ох, еще здесь металл. Металл бери, короче, металл, железку бери. Ну, алмазы, естественно. Еще уровень внизу. Да. Так, ты сделал вот эти? Тигр, как всегда. Да, наделал. Сейчас, я да. Вижу, я уже сам себе сделал, пока ты дождешься. Да. Жаден говядин. Я уже намутил. Красавчик. Та-да. Давай железочку, там все дела. Ты дыщ, куда мы идем? Я не знаю уже, куда идти.
Да блин, достал он, ну. Напиши ему. Да он, Ты блин, ко что? мне это, Он ТП, может. ТП, ТП, ТП. Я написал, что мы ничего не брали, там ничего не было, Так говорит. он-то при чем? Это же коп. Че копа надо? Блин, это ты что ли рубишь? Я сейчас Ну да, попался. сыкотно, если. Да, передо мной, блин, начали ломаться эти. Зачем? Пишет, говорит, ТП меня. Зачем? Посмотрю на Че за меня. предъявы, я не понял, блин. Стрёмный. Слышь, король здесь такой беспредел устраивает. А он говорит, что там 25% этих алмазов были его. Да ты все. 7 на 13, тигры, 7 на 13, 70, 21, 91. Да. А, красавчики. Да мы вообще здесь все. Слишком дорогие ресы. Что они хотят от меня? Они хотят, короче, чтобы это ТПшнуться на нас, короче, завалить и посмотреть, что у нас есть. Ну, в принципе, они завалят, у нас ничего не будет, тут такое Да дело. не, пускай валят, но зачем мы им? Мы же никого не трогали. Это что за херь? Так, я нашел кучу угля. Реально, до хрена. Да, я вижу, я уже копаю его. Копай уголь, помогай уголь. Ну, на самом деле, у нас угля, наверное, там напряга нету с углем. Ну, ты знаешь, угля много не бывает. Мы сейчас начнем активно плавить все. Стекла там, где второй этаж начнется делать. Так что угля сначала, ну, как по мне, пускай будет. Так, я вижу этого крипера, да, или как они там? Ух ты, здесь угля. Членоголового. Членоголовый, да. А, здесь не только уголь. Так, я иду. Вижу металл. Железка. Так, что тут такое? Давай, давай, быстрее. Ну такое. До алмазов никак не добраться нельзя. Так, на каком мы хоть уровне? На Глянь там. 14. 14? Ну так уже должно быть нормально. Ну, что-то пока не нормально. Да. Так, ну у нас же что? План-то алмазы искать, правильно? Ты Ну, где? план вообще найти спаунер. О, тигр, иди сюда. Иду. Смотри, сколько много этих героев. Я боюсь, что здесь будут пауки. Кстати, нам Да-да. лестница нужна, вот, блин, А вон по-моему. крипер стоит. Ну вот, я ж про него и говорю, членоголового. О, бери, бери, бери эти штуки. Нам пригодятся. Давай, членоголову бери. Нахрен, умер. Нахрен, умер. Так, отлично. Так, сейчас подсветим здесь все, что надо. Тысяч. О, золото. О, там еще вниз спуск. Походу, то, что вниз спуск, это у нас такое. А, ну тут недалеко спускается. Уровень 12, да. Железо. Иди сюда. Железо вижу. Так. Эти стойки не рубить деревянные? Не, зачем? Вдруг все обрушится нафиг. Всякое бывает. Воздухе строят, бля. О, вот еще железка. Золотишко нашел. Оба, мы здесь что ли были? Да, походу. Опа-опа. Старается вернуть баланс, пацан, понял? Баланс. Кто это такой еще? Запривать дом и будете баланс сохраненный. А что это такое? Что он творит такой беспредел? Кто это такой вообще? Ведущий конкурса. Вообще странный чувак. Надо знать админу, что это такое. Там Так. Кирка была на добычу 5. Круто. Ну, нам повезло, значит. Таких нету. О, норм. Добыча 5 это, короче, как я понимаю, рубишь один уголек, а у тебя пятерочка сразу бьет. Берешь, допустим, один алмазик, рубишь, и у тебя сразу 5 получается, прикинь. Да? Ага. Слушай, а в натуре алмазная кирка у меня-то эффективность 5. Прочность 3, удача 3, добыча 3. Так, идем-ка найдем алмаз. То есть, если ты один раз. А ну-ка давай проверим. Так, идем, найдем. Давай. А вон, давай, допустим, на нем. Вот, на редстоуне, давай. натуре. Так, все, не трать ее, чувак. Так Сюда. она целая, и у нее прочность Вообще не трать ее. третьего уровня. То есть ты, если возьмешь, допустим, рубанешь, иди сюда, вот рубанешь этот уголек, здесь уголя вывалится нахрен, вообще не мерен. Три.
Ну вот и бери. Так, нам теперь надо найти алмазы. Идем. Только главное, не умри, тигра. Блин, а у меня уже. Ну ладно. Шо у тебя? Места некуда. Ну что мне отдашь? Да, ты... О, ты победил и выиграл торт! Ура! Стри. Вау, действительно прикольно. А что это за лотерея, блин? А, это есть такая, как я понимаю. А мне некуда этого торта. Некуда торт положить? Ну как же ты без торта, тигра? Так, чё, куда? Подожди, я сейчас посмотрю, что здесь такое. Здесь лава, неинтересно. Давай вон. Да нахрен тебе нужен уголь? Давай Угля ты один. уже дофига. Идем посмотрим в ту сторону, если нет, пойдем просто домой. О, золото сверху, золото сверху. Ой, мышка, мышка это... Опа. Где золото сверху? Вот там крипер. Блин, стой, не умри только. Да я не собираюсь, я туда и не попаду к нему. Где ты золото там увидел? Там наверху был. Э, ты чё, умер? Да. Я же сказал, не умри только. Вот как они вот как он очутился здесь? Кто? Вот этот зомби. Это он из-за того, что я умер. А ты умер-то от чего? А, меня крипер взорвал. Давай, давай, принимай. А, сейчас, подожди. Б-б-б-б-б-б. Ты по АЕС, да? Да? Блять, опять русский. Не гони. Давай, давай, принимай меня, принимай, принимай, принимай. Да что такое, не хочет? Тупая ЕС. Пиши нормально со слэшом. О, нормальненько написал. ТП-ЕС, а не ТП-АЕС. А, тупая ЕС. Ну, блин. Я не так часто в Майнкрафт играю. Так, что... О, вот, железо, железо сверху. Вот, сверху. Вот. Вон, давай, своим мега-киркой. Мега-киркой, а не говном этим. А я А, чем? мега-киркой, да? Давай я собирать буду. Ну, мне кажется, что там, ну, кубик-то не Все, все, упадет. все, 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 пошли, пошли. Так, ничего не трогай. Это все говно. Сейчас, посмотрю, что там внизу. Сейчас. Не ходи сюда. Ты теперь у нас VIP-персона. А ты бы одел броню-то, чтобы поп... Опа-ча. Иди отсюда, иди отсюда, иди отсюда. Тигра, убей его. Тигра, убей его. А, нормально. Да, как лошара без брони хожу. Кстати, у меня, кажется, Бронь. твой нагрудник взял. Да-да. Да? Угу. На. Тигра, 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 тигра. Блин, тигра, тигра, тигра. Обью. Не умри только. Ну, ты молодец. Только не говори, что я там умер. Вали оттуда, просто прими меня. Сейчас, сейчас, сейчас. Я стою, чтобы это спокойно ТП поднять. Давай, принимай все. Надо нагрудник одеть, все, и валим отсюда, а то мы как в прошлый раз, блин. Давай, одевайся. На, нагрудник свой опять. Сейчас посмотрю сразу, здесь вот штанишки мои. Сейчас посмотрю, что есть интересного. Ничего интересного, короче. Нагрудник отдал мы. Да, ты его подобрал. Валим отсюда. Ой, ёб твою мать. Короче. Прикольно, мы лут намутили, но походу алмазов здесь в ближайшее время нет. Но мы их и не искали особо. Ну да, не напрягались. Так что мы вернулись, походу. Ты взял тот железо, которое наверху было? Что? Ты взял там железо, которое наверху было? Короче, валим домой. Да, мы, я же его порубил. Точно валим, ничего больше Да нет. валим, ты что, издеваешься? Не будь жадным. У нас столько всего. Так, все, железку на переплавку скидываем. Так, что еще? ТП хоум. Ой, что, в дырке появилось. Да, это то же самое. Короче, ребятки, как я понял, мы только что приобрели себе какого-то врага. Такого серьезного. Да, какого-то там непонятного чувака. А, что с этим делать, мы не знаем. Намутили что-то там такого. Хорошую кирку. Да, так что спрячу и никому не показываю. Попытка сделать свою шахту не увенчалась успехом, потому что, блин, там все равно все перерыто. Короче, будем что-то думать насчет этого всего. Но зато мы классно залутили дом. Да. Вообще шикарно. Надо было приватить, что за лошара такие. Вот, так что такое вот. Поднял на уши весь сервер. Да, немножко есть такое.
Вот, так что, ребята, все, всем счастливо, до следующей серии, всем да, пока. Не забывайте приватить свои домишки. Да, это самое главное правило в Майнкрафте. Все, всем пока.